Здравствуйте. Хочу спросить вашего совета, дорогие друзья. У меня в этом году планируется такое круглое повзросление, и были определенные идеи на тему подарка, который я хотел бы получить от своих близких, но моя самая лучшая, прекрасная и самая умная половина натолкнула меня на мысль о том, что с учетом моей сейчас деятельности на YouTube и с учетом того, что я снимаю много видео, она мне предложила подумать над тем, что было бы неплохо мне получить в подарок видеокамеру. И так как я в видеокамерах не смыслю вообще ничего, я бы хотел, чтобы, если вам не трудно, вы поделились со мной какими-то соображениями, дали какие-то советы. Я не знаю, какая это должна быть камера, какой фирмы. Конечно, это должны быть какие-то более или менее разумные деньги. Там, ну, я не знаю. Для меня разумные деньги за видеокамеру это, ну, там, от 2 до 4, там, максимум до 500 евро, но при этом уже, я не знаю, за 500 евро она должна обладать функцией вертикального взлета и так далее, и так далее. То есть, скажем так, камера, которая вот, ну, вы смотрите мои видео, камера, которая будет именно в первую очередь хороша для съемки таких вот видео с говорящими руками, чтобы была хорошая макросъемка, плюс, может быть, это будет какая-то высокоскоростная камера для того, чтобы я мог нормально снимать свой любимый тест по разрубанию бутылок, а потом радовать вас замедленными кадрами. Скорее всего, пускай это будет Full HD, Ultra HD точно не надо, это, я считаю, что бессмысленная сейчас пока что вещь. В общем, сейчас вот перед отпуском я хочу вас попросить, именно, если у кого-то есть какие-то идеи, если кто-то в этом разбирается, то, может быть, вы мне подскажете, что, скажем так, к чему мне стоит присмотреться, потому что само по себе у меня событие еще не скоро, и я хотел бы именно сейчас как-то какие-то варианты посмотреть, может быть, тесты, почитать что-то, посоветоваться со специалистами, но мне нужно с чего-то начать, потому что сейчас я, честно говоря, ну, совершенно не знаю, с чего мне начать, и было бы действительно очень приятно получить от вас какие-то советы, которые я прочитаю, опять же, по возвращении из отпуска в августе. Заранее вам всем спасибо, еще раз всем отличного, хорошего, теплого, веселого, наполненного интересными событиями лета. А 162-й бенч я положил просто так, для красоты, как замануху. Обзор на этот нож обязательно вы увидите в обозримом будущем. Шикарнейший нож, отличная рукоять. Одним словом, прошу ваших идей, прошу вашего совета. А, чуть не забыл, еще один момент. Точно хочу камеру покупать, ну, то есть, как бы мне будут покупать в представительстве, в каком-то официальном магазине, то есть, не советовать там, не имеет смысла кидать ссылки с Алиэкспресса, там, с eBay и прочее, прочее. Почему? Потому что я технику, скажем, которая уже подороже, предпочитаю брать так, чтобы у меня была возможность, в случае чего, с гарантией сразу же прийти к продавцу, предъявить претензии и не заниматься там пересылами Китай или в североамериканские Соединенные Штаты. Вот. Еще раз всем привет. Спасибо вам огромное за просмотры. Спасибо вам огромное за комментарии. Всего доброго.